это Stonehouse. О, а это кирпич получается, Сели? Кирпич, причем кирпич он вот такой, как бы, типа, как это, состаренный называют. Ну, что она неровная, вот эта поверхность. Рваный камень у нас его называют, да? Так вот. И получается, это у нас цвета какие? Песочный. Песочный, самый светлый, да, получается? Потом такой серо-коричневый, это бежевый. 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 Коричневый. Конкретно коричневый. Причем коричневый такой с переливами получается. Ну, такой, да, черность. Конечно. Они все с переливами. В принципе, тут тоже с такой, как с, да, чер... да, с черным такой. Нечисто. Это желтое. Потому что иначе, наверное, скучно бы смотрелось. Да. Старый, кстати, по-моему, был не такой, да? Старый однотонный был. Вот этой формы. Вы, по-моему, как пластик гладенький. Нет, да, я про что говорю, что вот, это, вот этих переливов вот не было. Вот карапелки был в цветах. Ну, в таких цветах. Бежевый, да, был тоже. Было в таких цветах, да. Кофе. А бай. Сейчас, как бы, если вот под кирпич, то он под кирпич. Да, так да. Вот. Так, это, так вот, это еще раз. Песочный, бежевый, коричневый, графит такой, ну, к черному ближе получается, да? И красный. Да. А это он же, да? Да. Это просто, замок, чтобы показать. Замок вставляется вот так. Он ставится. И на саморезы, да, как обычный сайдинг получается. То есть вот так вот. И вот так. А, вот сюда, да? Прорези есть. Да. А, вот, тут прорези. То есть вот этот вот надо попасть вон туда. Вот. Чтобы он не болтал его. Вот.